Всем привет! Сегодня вы научитесь идеально клеить защитное стекло либо защитную пленочку на ваш смартфон. Для начала нам нужно снять с нашего девайса чехол, если он, конечно же, у вас есть. Далее мы возьмем наше защитное стекло, которое мы купили на рынке, да, к примеру, либо на нашем любимом сайте eBay. И достаем все содержимое. Как видим, стекло у нас действительно прочное, это не какая-нибудь там пленочка. И чтобы наклеить, нам нужно удалить старое покрытие. Для этого нам нужно взять стикер, какой-нибудь липкий. Если стикера у вас нету, то подойдет скотч, буквально кусочек. Убираем нашу матовую пленочку, и как видите, у нас дисплей идеально ровненький, чистенький. Далее нам нужно взять из комплекта спиртосодержащую салфеточку. Если у вас такой нету, то может подойти любая салфетка, небольшая. И можете пропитать ее просто каким-то жидким раствором для удаления пятен. Ну, то есть можно стеклоочистители. Не сильно, буквально чуть-чуть. Далее нам нужно протереть наши пальчики, потому что они тоже в себе содержат, так скажем, жир, который нам помешает в дальнейшем наклейку. И пыль, то есть мелкие пылинки, они тоже также будут цепляться к нашему покрытию. Далее мы протираем это все сухой салфеточкой. Самое главное — это взять салфетку безворсовую, чтобы она не оставляла за собой каких-то ворсинок, пылинок и так далее. Мы начисто просто протираем дисплей. Далее кладем его на горизонтальную поверхность и вот такими легкими движениями убираем мелкие пылинки, налетевшие со всех сторон. Далее мы снимаем защитное покрытие нашего стекла, вот, и этой же стороной начинаем клеить от одного угла к другому, равняясь по контуру всего дисплея, чтобы у нас полностью стекло легло ровно. И вот после того, как мы уже положили наше стекло и видим, что оно действительно ровное, нам нужно его полностью приклеить, взяв карточку банка, и снизу место обернуть салфеточкой, чтобы не поцарапать наше стеклышко. Вот, в принципе, и все. Теперь попробуем с пленкой. Все, в принципе, то же самое, но гораздо проще, потому что пленочка у нас более эластичная, то есть ее можно согнуть, приподнять, то есть достаточно это все легко. Также с задней стороны убираем матовую пленку стикерами. То есть я все показываю на своем айфоне. Вот, не у всех телефонов на заднюю часть клеятся пленки, поэтому, чтобы не брать другой телефон, я решил также на своем все это продемонстрировать. То есть пускай у меня спереди будет стекло, сзади защитная пленка. Все равно ношу в чехле. Вот. Почему сзади я решил все равно под чехол клеить пленочку? Потому что туда попадает мелкий песочек, мелкие всякие камушки, там, ну, все, что, знаете, соринки. Вот, и это все портит экран. Далее, в принципе, все то же самое клеим, протираем, и как видим, что у нас дисплей и задняя поверхность идеальны. Но для тех, кто внимательно слушал, смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а первым, кто написал любой комментарий, получит виртуальный подарок. Всем пока!